Мне хорошо там, где ты, Тесс. Боль. В последнее время я слишком хорошо узнала, что это такое. Особенно боль, которую раз за разом причиняет один и тот же человек. Ты мечтала о такой работе в Сиэтле, сколько я тебя знаю. Если он тебя любит, пусть едет за тобой. Я надеялся, что мы переедем в Лондон после выпуска. И откуда я должна была об этом узнать? Лишь в те редкие моменты, когда он прижимает меня к себе и дает обещание, которое вряд ли сдержит, боль уходит. Подойдешь позже. Отношения — штука сложная. У тебя хорошая работа в Сиэтле, но у меня там ничего нет. У тебя есть я. Этого мало! Если тебе этого недостаточно, твои проблемы, я все равно еду. Ты злишься, что я не отказалась от Сиэтла ради тебя? Ты всегда так делаешь. Портишь все хорошее, что между нами есть. Нет, если бы дело было во мне, я бы вряд ли нашел у тебя номер другого парня. Не тебе выбирать моих друзей! И мне дружба твоя нужна, ясно? Я не понимаю, где правда, а где ложь. Хватит, Хардин! Мы все глупеем от любви. Пора рассказать тебе правду. Мне хорошо там, где ты, Тесс. После. Глава третья. В кинотеатрах со 2 сентября.